Некоторые виды крокодилов строят гнезда прямо в песке, роют ямки не очень-то большие и откладывают в них яйца. Крокодилы откладывают яйца? Да, и заваливают их гниющей растительностью, чтобы в гнездышке было тепло. Значит, гнезда строятся для яиц? И из яиц вылупляются не только птицы? Не только. Вот, посмотри. Маленькие крокодильчики уже вылупились из яиц и покидают свое гнездо. Не хотел бы я оказаться рядом с таким гнездышком. Уж очень зубастые в нем птенчики. А вот посмотри, какую ямку для своих яиц вырыла черепаха. Ого! А как много там яиц? В таком гнезде они надежно спрятаны. А вот маленькие черепашки уже вылупились из яиц и покидают свои гнезда. Ого! А вот такое гнездо строят бумажные осы. Осы тоже не птицы. Правильно. Они насекомые. Да. А почему вы сказали, что они бумажные? Они что, не настоящие? Самые настоящие. Так их называют, потому что свои гнезда они делают из бумаги. Они подбирают старые газеты и журналы, да? Нет. Осы делают бумагу сами для своих гнезд. А ты знаешь, из чего делают бумагу? Знаю. Из дерева. Правильно. Вот и осы откусывают маленький кусочек дерева, жуют его своими мощными челюстями, пока он не превращается в бумажный комочек. Потом они разглаживают его лапками, и из него получается тонкий бумажный лист. Ой. А уже потом из него мастерят свое гнездо.